Приморские пожарные получили 35 новых машин. Пожарные «Уралы» и «Мазы» оснащены всем необходимым не только для тушения огня, но и для ликвидации аварийных ситуаций и ДТП, в том числе лебедками и оборудованием для резки металла. Также на вооружение встали и 10 УАЗов-пикапов, которые оснащены ручным инструментом для ликвидации возгорания и мотопомпами для откачки воды при подтоплениях. Для передвижения групп на место возникновения пожара, для ликвидации всех видов пожара, для того, чтобы быстрее реагировать, в том числе на чрезвычайные те ситуации, которые возникают у нас в крае. Наверное, это впервые такой большой объем техники получает край, но мы понимаем, насколько она важна, вот, с тем, чтобы вы работали на ней оперативно, с тем, чтобы она отвечала своим лучшим качествам. Глава региона вручил документы на машины представителям территории региона, где техника встанет на боевое дежурство. Первые поставки начались техники из Республики Беларусь, которая может работать в том числе с морской водой, где сама цистерна, емкость сделана из материала, который не поддается ржавчине. Поэтому посмотрите, как она эксплуатируется, может быть, в последующем начнем таких машин принимать больше. Отметим, за последние годы в Приморье парк пожарно-спасательной техники и оборудования значительно пополнился и обновился. Десятки единиц пожарных машин различной модификации, от тяжелых КАМАЗов и Уралов до небольших УАЗов, а также квадрокоптеры, моторные лодки, ранцевые огнетушители и другие инструменты и приспособления встали на вооружение приморских спасателей. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.